сегодня мы распаковываем два новых Бейблейда. А в конце видео приветы! Так, Тимофей, давай смотреть, что у тебя. Такая мощная запускалка. Прям оранжевого цвета, такого ядовитого. И здесь меч целый. Посмотрите на эту ручку. Заколет. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас вот такой вот Бейблейд. И там, по-моему, были еще наклейки. Посмотри, в коробке наклейки есть или нету. По-моему, это Спрайзен, если не ошибаемся. Вот сейчас Тима его соберет, и к нему еще идут наклеечки. Видите? Ребята, мы в прошлом видео спрашивали, что лучше, Лол или Бейблейд. Так вот, если Бейблейд победит, мы вот этот Бейблейд будем разыгрывать, поэтому наклеечки на него сейчас клеить не будем. Да, да. Собираю его, а мы посмотрим, что же здесь у Маши. Давай, Маш, вытаскивай. Помогай. Опа. Так, здесь у нас Бейблейд уже как собранный, что ли? Да, он идет собранным, посмотрите. И вот такая вот запускалка. А ну покажи, где запускалочка у него. Тоже желтенькая такая. И такая. Веселенькая. И вот такая вот запускалочка. Ребята, вот кто знает, что это за Бейблейд такой? Они ведь разные. Тимоша, ну дай мне. Ты собрал уже, да? Да. Посмотрите, они разные. Вот это Спрайзен. А это что? Ждем ваших комментариев. Да, да. Приготовились? Да. На арене Спрайзен против незнакомца. 3, 2, 1. Вот, давай, быстрее, быстрее. Они отлично балансируют. Машин останавливается. Да, незнакомец в этом бою потерпел поражение. Спрайзен выиграл. 1-0 в пользу Спрайзена. Да, да. Раунд второй. 3, 2, 1. Кто это вылетел? Ой. Спрайзен. Ого, куда он разлетелся? Вот это поражение! Да. Вот это ура, победа! Я выиграла! Ура! И ура! 1-1! Да, круто! И третий раунд, решающий! 3, 2, 1! Кто же сейчас у нас? Разбей, пожалуйста. Спрайзен или незнакомец? Ну, пожалуйста. По-моему, они никак... Нет, они не разобьются. Они сейчас остановятся. Только кто-то раньше, кто-то позже. И... Ничья! Ребята, это была ничья! Что же, счет остается 1-1. Получается, они оба сильные? Да. И это круто. Да. Да. Ну что ж, Бейблейды шикарные. Да. Теперь... Приветы! А теперь переходим к приветикам. Итак, первый привет мы передаем нашим друзьям Алене, Кире и Давиду. Привет, друзья! У нас есть друг Женя Гришко, который всегда подскажет, если мы ошибемся в названиях. Привет, Жека! Сейчас привет для нашей подружки-подписчицы Янусик Лапусик! Привет, подружка! И еще один приветик для нашего друга Богдана Лазенко. Привет, Богдан! Если ты хочешь, чтобы мы тебе передали привет, напиши в комментариях. Ставь лайк этому видео. Пока-пока. Пока.
Пока, друзья!